Пандемия – не повод кардинально менять жизнь. На собрании трудового коллектива ДК «Контакт» обсудили работу в условиях коронавирусных ограничений. Мы продолжаем работу практически в штатном режиме с некими учетами, но уже с особенностями. Также хочу добавить, что во время начала пандемии у нас очень активно стали развиваться авторские особые проекты именно на просторах онлайн. На встрече трудового коллектива ДК «Контакт» затронули тему мер безопасности. Большинство сотрудников Дома культуры уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Давайте беречь здоровье себя и своих близких. Сейчас есть все условия для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина считает, чтобы пережить такой непростой период, нужно обладать стойкостью и выдержкой. Культура и спорт, мы понесли очень большие потери, потому что и мероприятия многие отменялись, переносились. Или если проводится, то проводится в таком урезанном состоянии. И, конечно, работникам в этих отраслях очень сложно, да, потому что детей тренировать или учить какому-то направлению творчества по интернету, это надо иметь особое какое-то мастерство. Специалисты призывают не медлить и как можно скорее поставить прививку против COVID-19. Только в этом случае можно будет победить вирус и вернуться к нормальной жизни.